Здравствуйте, друзья! Конечно, эта информация может показаться вам обидной и несправедливой, но в теле одного человека меньше мышц, чем в теле одной гусеницы. Вот такие дела. Ну а кроме этого, сегодня вы узнаете. Причин головной боли множество. Головные боли чаще возникают у девочек, чем у мальчиков. Как правило, частота головных болей прямо нарастает с приближением к подростковому возрасту. У девочек-подростков они встречаются очень часто. Есть семьи, где головная боль – проблема для всех. То есть склонность к головным болям – это тема во многом генетическая. Рыба сидит на спортивном питании. Ей дают аминокислоты, ее кормят по графику, разнообразно, добавляют омега-3. Более того, возможно, вам будет это интересно, что практически 70% произведенного в мире омега-3 тратится не на производство препаратов для человека, а для того, чтобы накормить рыбу, чтобы она была здорова и правильно развивалась. И потом мы эту ели рыбу, а потом вместе с омега-3. Замечательно. Дядя Женя, а можно кушать, запивать еду? Доктор, это правда, что можно заболеть, если намочить холодной водой руки? Я бы хотел знать, как эритроциты борются с вирусами. Что лучше влияет на зрение? Телефон, планшет или телевизор? Итак, друзья, начинаем обучение. Говорим о симптомах в нашей рубрике «Симптомы». Такой очень актуальный для всех симптом – головная боль. Но симптом очень специфический. В каком плане он специфический? Это как раз тот симптом, с которым применительно к детям возникают большие сложности, потому что мы не можем этот симптом увидеть. Ну, понимаете, то есть, когда мы говорим про насморк, или про увеличенный лимфоузел, да, или про желтуху, то этот симптом, вот он, мы его видим. А головную боль мы что должны услышать? То есть там на нее кто-то должен пожаловаться. И тут, кстати, возникает огромное количество проблем, потому что медицинская наука, конечно, считает, что головная боль может возникать и у совсем маленьких детей, у детей первого года жизни, но конкретно разобраться, причина, где болит, сильно болит, как болит, это пульсирующая боль, ноющая, острая, хроническая, вялая, сильная и так далее, мы, как правило, можем только тогда, когда можем вступить с ребенком в адекватный контакт. Когда он может хотя бы сказать, ну или в крайнем случае сказать там «вава», да, вот что-то такое вот. Причин головной боли множество, множество. Головные боли чаще возникают у девочек, чем у мальчиков. Как правило, частота головных болей прямо нарастает с приближением к подростковому возрасту. У девочек-подростков они встречаются очень часто. Есть семьи, где головная боль – проблема для всех. То есть склонность к головным болям – это тема во многом наследственная, генетическая. Это понятно? Молодцы. Давайте попытаемся перечислить основные причины, которые могут привести к головным болям. Но прежде всего, боли могут быть связаны с неадекватным образом жизни. Ну, например, неподвижность или малоподвижность. Ну, понятно, что если вы будете целый день смотреть телевизор или целый день пялиться в смартфон, то к вечеру у вас обязательно заболит голова. То есть очень часто появление головных болей имеет прямую связь с количеством физических нагрузок, с качеством, с параметрами вдыхаемого воздуха. Ну, в душной комнате, которая не проветривается, голова заболит у кого угодно. Это понятно? Молодцы. Дальше. Головная боль может возникать во время инфекции. Есть специфические инфекции, для которых головная боль чуть ли не главный симптом – менингиты, энцефалиты. Есть болезни, очень хорошо всем известные, при которых головная боль очень интенсивная, например, такая всем известная болезнь, как грипп. Да? Но головная боль может быть и при дизентерии, и при коклюше, и при любой аденовирусной инфекции, то есть практически всегда. Когда имеет место повышение температуры тела, насморк, кашель, заложенность носа, вот во всех этих ситуациях мы можем иметь такой симптом, как головная боль. Это понятно? Молодцы. Ну, разумеется, головная боль может возникнуть после травмы. То есть, если не болело, а ударились головой, и голова так и болит, но это совершенно всем очевидно, да? Один из специфических вариантов головной боли – это боль в ухе. Ну, ухо что же в голове, да? То есть, вот это варианты головной боли. И это тоже всем понятно. Дальше. Очень часто головная боль бывает связано с определенными продуктами питания. Ну, например, очень многие люди реагируют головной болью на, например, такой компонент, как кофеин. То есть многие не могут пить чай и кофе, после этого болит голова.
Далее. Есть специфическая болезнь, склонность к которой передается по наследству. Это слово мигрень. Мигрень. Мигрень – это не просто заболела голова, это приступы головной боли. Кстати, мигрень у детей немножко отличается от мигрени у взрослых. Мигрень у взрослых – это, как правило, 4 и более часов, именно приступ боли. Мигрень у детей, как правило, короче. Тем не менее, если у мамы мигрень, то вероятность того, что у девочки ее тоже будет мигрень, ну, очень-очень высока. В общем, как бы основные причины. С этим пока понятно? Молодцы. Мы прекрасно понимаем, что головная боль – симптом частый. И если каждый раз, когда у ребенка болит голова, вы будете нестись к врачу, ну, наверное, врачей на вас не хватит. Тем не менее, мы четко должны знать ситуации, когда мы при головной боли обязаны обращаться к врачу. Итак, к врачу надо обращаться тогда, когда вы не поймете, что с вами случилось, когда этот симптом возник первый раз в жизни. То есть, когда ребенок раньше никогда на головную боль не жаловался и вдруг пожаловался, я хочу, чтобы вы пошли к врачу и разобрались, в чем причина. Договорились? Раз. Первое. Второе. Если головная боль мешает ребенку спать, то есть он не может уснуть, к врачу. Договорились? Замечательно. Дальше. Если головная боль ухудшается, то есть сегодня болит сильнее, чем вчера. Час назад болело меньше, сейчас болит хуже. То есть если динамика отрицательная, пожалуйста, идем к врачу. Далее. Если головная боль принципиально нарушает поведение ребенка, ну вот он не такой, как всегда. Он не может вас слушать, он не выполняет ваши просьбы, с ним невозможно договориться, да? Он ведет себя неадекватно. В конце концов, он лег и спит, или говорит, уйдите отсюда, у меня болит голова, оставьте меня в покое, выключите свет, выключите телевизор. То есть, если головная боль принципиально нарушает поведение ребенка, вам кто нужен? Доктор. Замечательно. Если голова болит после травмы, разумеется, к доктору. Дальше. Если головная боль сопровождается признаками инфекции, то это всегда опасно, потому что нам нужен врач, который исключит такую страшную болезнь, как менингит. Менингит – это не приговор. Менингит лечится. Лечится неплохо, не дает последствий, но его надо лечить в первые сутки от начала болезни. Тогда не будет никаких вопросов. Это понятно? Поэтому, если есть головная боль плюс признаки инфекционной болезни, высокая температура тела, например, да, то мы что делаем? Несемся к доктору. Если головная боль сопровождается рвотой или появлением сыпи, мы не просто несемся к врачу, а мчимся к врачу со всех ног. Это понятно? Молодцы. Да, вопрос. Скажите, а может быть боль после сна? Наверное, может. Но тогда надо подумать, если боль возникает после сна, то что такое во время сна произошло? То есть мы спали в душной комнате или в неудобном положении. Понимаете? Иногда головная боль возникает тогда, когда в крови снижается уровень глюкозы, например. То есть с этим тоже может быть связано. То есть жара, затрудненное носовое дыхание, неудобная подушка и так далее. То есть куча вопросов, которые надо проанализировать, подумать. То есть с чего надо начать? Поменять, наверное, подушку. Или убрать ее, может, да? быть, вообще. Раз. Второе. Поменять параметры воздуха. То есть убрать одеяло, например, надеть пижамку, но снизить температуру, повысить влажность, убедиться в том, что он ночью дышит носиком. То есть мама, по большому счету, не должна нагнетать. Вы же должны прекрасно понимать, что если ребенок лег спать совершенно здоровый, проснулся с больной головой, но через час она прошла, то ничего опасного быть не может. Но если регулярно после сна болит голова, значит, во время сна что-то происходит. И с этим что-то надо разобраться. И ни один доктор не разберется. Он может только направление показать. А пойдет мама, и она сама найдет этот белый гриб. Да, вопросы. Так. Доктор, а может возникнуть головная боль на погоду? Конечно. И есть ли метеозависимость у детей? Да, метеозависимость. И головная боль, связанная с изменением факторов погоды, явление очень частое. И если вы это замечаете по себе и видите это по ребенку, то вы имеете определенные возможности профилактики этих состояний, но вам четко надо понимать, когда это возникает. То есть вы должны знать, головная боль возникает, когда давление растет или когда давление падает. Понятно? Перед дождем или после дождя, на солнце или на грозу и так далее. И так далее. Если прогноз погоды предсказывает это, то это ситуация, когда, наверное, не надо отправляться в какое-то особое путешествие, не надо идти в гости, не надо идти к бабушке, когда перемена погоды, у вас у всех будет там у бабушки болеть голова, и бабушка потом из-за вас будет нервничать. В конце концов, это повод взять с собой правильную таблетку. Да? Замечательно. Да, вопросы еще.
Доктор, у совсем маленьких детей, как я могу понять, что это именно головная боль? Вы никак не можете понять. Вот никак и все. Если вы не поймете, от чего ребенок так беспокоен, или если ребенок запрокидывает голову, например, вот такие симптомы возможны, вот вы не поймете, давайте пусть доктор разберется. И тогда доктор вам скажет. Вот смотри, видишь, как он кричит, видишь, как он запрокидывает головку, видишь, как у него пульсирует родничок. Вот это у него болит голова. Вот так тебе расскажет доктор. Но сама ты этот диагноз не должна ставить и не поставишь. Это доктор. Еще раз повторяю всем, это очень важно. В нашей рубрике «Симптомы» мы все время будем повторять главное правило самолечения. Не видели этот симптом, не имеете опыта общения с ним, пусть доктор вас научит. Сомневаетесь? Пусть доктор учит. Да, еще вопрос. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, продолжая тему погодных условий и головных болей, как беременным бороться с головной болью, вот, если они связаны с погодными условиями? Ну, прежде всего, понятно, что беременным бороться труднее всех, потому что всем остальным мы можем сказать, выпей таблетку ибупрофена или парацетамола, да, а беременным, ну, когда совсем не в моготу только, да, и то, вот, например, ибупрофен в вашем сроке уже нельзя, например, да, да. Поэтому я вам все-таки посоветую, главное, не надо погибать. Вот когда вы с вашей головной болью сядете или ляжете, вот вам точно не станет легче. То есть ограничение физических нагрузок, отсутствие доступа к свежему воздуху ухудшит ваше состояние. Поэтому попросите мужа, чтобы он вас выгулял. Съешьте что-нибудь вкусное. Понятно, да? Скажите мужу, что при головной боли очень помогают разные подарки. Понимаете? То есть самый эффективный способ помочь при головной боли у беременной – это хорошее настроение и свежий воздух. Создать и то, и другое лучше всего получается у вашего мужчины. Поэтому поговорите с ним на эту тему, пока у вас не болит. Скажи, как заболит, срочно веди меня в ювелирку. Там головная боль проходит у всех, я вам гарантирую. Итак, друзья мои, головная боль, тема, как вы понимаете, неисчерпаема, но главное, когда надо суетиться и о чем надо думать при этом симптоме, вы уже знаете. Ну и молодцы. А мы продолжаем. Итак, друзья, наша рубрика «Гость», и у нас в гостях Юлия Шулимова, наш старый добрый друг. Юля молодая, но друг даже старый. Юля – эксперт по качеству и безопасности продуктов питания. Сегодня говорим про такой очень важный и интересный для всех родителей продукт, как рыба. Вот когда меня родители спрашивают, с какой рыбы начать, дать ребенку первый раз в жизни попробовать. Прежде всего, я думаю о том, что рыба должна быть живой. Ну, потому что непонятно, кто ее и за что убил, и каким образом. Поэтому я им советую пойти в магазин и купить маленькую форельку. И вот с нее начать. Насколько прав вот с вашей позиции качества и безопасности этот выбор? Это хороший вариант, потому что, во-первых, форель имеет редкое количество в себе паразитов, а это важно, когда вы даете питание ребенку. Во-вторых, часто ее забивают в супермаркете прямо перед покупателем или готовят с утра, они там значит, часто плавают свежая. Прямо в аквариуме. Да, да, она всегда свежая. Во-третьих, она морская, речная, есть разные. Она достаточно питательна, она полезна, имеет большое количество микроэлементов, макроэлементов, большая концентрация белка. Это безопасный, хороший источник рыбы и рыбака. Отлично, но вы произнесли волшебное слово «паразиты», да? Тогда давайте вот на этом и сосредоточимся. Какие варианты рыбы, которые могут купить родители, максимально опасны и максимально безопасны в плане паразитов? Речная рыба наиболее опасна в плане паразитов. Первый чек-ап, который должен сделать родитель, когда он покупает рыбу, принести ее домой, осмотреть, нет ли на ней каких-то повреждений, пузырьков, нет ли каких-то вредителей, после разделать и обязательно вытянуть все внутренности. Не запекать никогда ее вместе с внутренностями, проверить, вся ли она хорошая, нет ли внутри паразитов. Речная наиболее опасна, а морская наименее опасна. Когда вы говорите речная, вы, наверное, имеете в виду пресноводную, я так пресноводная, понимаю. Да? Да. Просто, а что делать вот с искусственно выращенной рыбой? Ну вот карп, толстолобик, белый амур. Как нам убедиться в том, что это безопасно? Сегодняшняя технология аквакультуры такова, что в искусственно выращенной рыбе меньше паразитов, потому что вода проточная, эта вода проверяется на паразиты и все остальное. К сожалению, гораздо хуже контролируется рыба, которую мы вылавливаем с искусственной среды. То есть, если папа среды. Рыбак, это потенциальный источник неприятности в доме? Это так же. Боже, моя жена мне будет это вспоминать долгие годы.
Да. Тем не менее, хорошо, давайте тогда перейдем к морской рыбе. Ну, я, по крайней мере, знаю, что мне спокойнее за речную рыбу, я ее привез. Я вижу, вот она живая, она вчера плавала или сегодня утром. А вот эта морская рыба для меня покрыта мраком. Сколько раз удавалось купить морскую рыбу, которая при оттаивании превращается просто в какую-то воду, пахнущую рыбой? Как быть? Какие есть рекомендации? Первое, покупать рыбу дикого вылова, а не выращенную в морской среде. К примеру, бывает лосось, выращенный в морской среде. А как я узнаю, это дикий лосось? Чили или выращен искусственно в морской среде. Чилийский лосось. Чилийский. Всегда. Да. Но норвежских лососей тоже в каких-то огороженных фьордах выращивают? У них немножко другая технология, меньше заболеваемость, у них плотнее текстура мяса, он вот не расползается при термической обработке. Угу. Плюс очень важно, чтобы этот стейк или кусочек рыбы не был заморожен, потому что когда рыба замерзает, замерзают клеточки рыбы, они разрываются при разморозке. Так. Поэтому рыбу желательно покупать охлажденную, а не замороженную. А как к нам может сюда попасть чилийская рыба, охлажденная? Самолетами. Меньше чем за сутки мы можем доставить рыбу, которая еще полудышит, и разделать ее. Хорошо. Вот тема рыба и антибиотики. Я как бы даже когда-то изучал эту тему, даже писал о том, как норвежского лосося вакцинируют. Да. Но все-таки в большинстве стран не вакцинируют рыбу, а кормят ее антибиотиками, чтобы защитить от инфекции. Рыбу вакцинируют, это правда. В основном это скандинавские страны. Чили не вакцинируют. Добавляют ли антибиотики? В Чили нет, Вьетнам, Таиланд, вот это тилапия. В основном тилапия, да. На самом деле антибиотики приходится добавлять. Используют ли гормоны роста? На сегодняшний день нет, не используют, потому что это финансово неоправданно. Рыба по себестоимости получается очень дорогая. Ну, сами по себе гормоны эти. Да, плюс оральное введение особо не поможет, и как это разбросать по воде, это технически невозможно. Ага. За счет чего она быстро растет, наверное, логичный вопрос, а как же она такая вырастает? Первое, за счет хорошего питания сбалансированного. Можно считать, что рыба сидит на спортивном питании. Ей дают аминокислоты, ее кормят по графику, разнообразно, добавляют омега-3. Более того, возможно, вам будет это интересно, что практически 70% произведенного в мире омега-3 тратится не на производство препаратов для человека, а для того, чтобы накормить рыбу, чтобы она была здорова и правильно развивалась. И потом мы эту ели рыбу вместе с омега-3. Замечательно. Итак, мы с вами некоторых трех уже рисков коснулись. Гормоны, антибиотики, паразиты, радиация, ртуть. А ну-ка об этом пару слов, если можно. На сегодняшний день доказано, что это мифология. Мифология, а не радиация? Повышенное количество радиации. С чем это связано? Дело в том, что рыба имеет скелет. В скелете основа структуры – это кальций. Если рыбе недостаточно кальция в скелете, биологические законы подтягивают двухвалентные элементы. Это может подтягиваться ртуть или стронций. Угу. Это, естественно, для любых живых организмов. Даже зайчик, если будет жить в поле, ему не будет хватать кальция, у него встраиваться в костную систему будет стронций, потому что такие биологические и химические законы. Так. Когда проводили этот эксперимент, а сколько же ртути или там радиоактивных элементов в рыбе, то обычно замеряют не мышечную массу, а просто берут килограмм рыбы, мелят ее в фарш и замеряют. И, понятное дело, вылезает из костного материала стронций и ртуть. А поскольку мы эти кости по большей части мы не едим, поэтому... Тем не менее, существуют совершенно конкретные рекомендации и Американской академии педиатрии, да, и многих терапевтических ФДА американского по поводу крупной рыбы, долгоживущей. Там тунец, макрель, по поводу ограничения их количества, особенно беременным женщинам, в связи с содержанием ртути. Насколько эта ситуация применима к нам? Ну, я, честно сказать, мало вижу свежего тунца в нашей стране. К нашим странам не доезжает такая рыба, это раз. А во-вторых, эти опасения были выданы после аварии на Фукусиме. Угу. А вот сейчас уже прошло более 3 лет, период, и это ограничение должны снять по рекомендации. Понятно. Хорошо. Тогда все-таки рекомендации ваши, да? Вот среднестатистический ребенок, взрослый, где ему взять нормальную рыбу, сколько ее надо есть, чтобы быть добрым, улыбаться и быть здоровым? Первый принцип в наших странах – покупать рыбу, выбирая ее живой. Это важно, потому что неизвестно, сколько она пролежала до этого и какие химические способы использовали, чтобы дать ей вид свежий. То есть, если не живой, то следующий этап у нас охлажденная, да, и от безнадеги замороженная. Свежезамороженная. Чтобы она была промаркирована свежезамороженная, потому что замороженная может храниться 2 года и несколько раз проходить этап оттаивания, подтаивания, что плохо сказывается на ее безопасности. Так, дальше.
Если мы говорим о наших странах, то лучше употреблять карп, потому что он безопаснее и достаточно питателен. Если мы говорим о морской рыбе, это форель, это лосось. Несмотря на его дороговизну, можно позволить купить кусочек раз в неделю, небольшой на всю семью. Если мы говорим о тиляпии и пангасиусе, желательно употреблять ее свежее, а не замороженное, потому что туда идет рыба категории 3. Это низкокачественная рыба, в которой практически нет никаких значимых питательных веществ и большой концентрации белка. Мне прямо уже нас жалко, да. Друзья мои, вопросы. А как насчет раков? Можно ли их? Раков употреблять можно. Паразиты встречаются в наших широтах редко в них, но... Это скорее будет иметь не сколько физиологическую полезность, а просто кулинарную. Я попробовала раков. То есть мы поставим очередную галочку о разнообразном питании. Да, замечательно. Еще вопросы. Передавайте микрофон. Скажите, пожалуйста, часто покупаю замороженную рыбу и заметила, что при разморозке, вернее, после разморозки, она безумно соленая. Но на упаковке маркировки нет, что она замораживалась там в каком-то рассоле. Это мои предвзятые какое-то отношение или действительно есть такая технология? Я советую отказаться от этого производителя, потому что, скорее всего, так делают, когда производитель не уверен, что он соблюдет холодную цепочку, и рыба до потребителя будет держаться в нормальной температуре, он ее подсаливает, чтобы она не пропала. То есть так не должно быть, что после разморозки рыба соленая? Если очень. Эта рыба сама по себе не должна быть соленая, значит, производитель мошенничает. Доктор, вопрос по безопасности рыбных консерв. Да. С какого возраста можно ребенку их предлагать? Про возраст это ко мне, а сразу скажу вам, ребята, вот тогда, когда просто нету доступа к неконсервам, когда пошли в поход, когда голодовка, вот тогда. А если можно не кормить ребенка консервированными продуктами, не надо это делать. Но все-таки, насколько это полезно, безопасно, имеет смысл? Рыбные консервы. Искать полезности там не нужно. Это просто рыбий вкусно. Белок в масле, вкусный, с большим количеством специй и соли. Это гастрономическое удовольствие, которое в Американской ассоциации питания рекомендуют не чаще, чем раз в 2 недели, не более 100 грамм. Все понятно. Итак, друзья, мы, по-моему, сегодня получили ответы на самые главные вопросы, касающиеся рыбы. Юлечка, спасибо, что вы были с нами. Мы обязательно встретимся, потому что еды и вопросов про еду у нас мало не бывает. Спасибо. Итак, друзья, пришло время нашей любимой рубрики «Детский вопрос». Ваши дети задают вопросы доктору Комаровскому. Доктор Комаровский отвечает. Посмотрим, что за вопросы у нас уже есть. Дядя Женя, а можно кушать, запивать еду? Замечательный вопрос у Дениса. Он волнует многих детей. Давайте, ребята, попытаемся разобраться. Так, можно ли запивать еду? Что вы должны знать, Денис? Когда вы берете какую-нибудь еду, и она попадает к вам в рот, то во рту у нас что есть? Во рту есть слюна. А в слюне есть особые вещества, которые помогают организму переваривать еду. Потом мы эту еду глотаем, и она попадает в желудок. А в желудке есть желудочный сок, который тоже помогает нам переваривать еду. Это понятно? Замечательно. А теперь представьте себе, что мы взяли воду и развели водой слюну, и развели водой желудочный сок. Конечно, нам после этого будет труднее переваривать еду. Поэтому запивать еду не очень правильно. Но вы должны четко понять, а зачем вы это делаете? Если пища очень сухая, если вы не можете ее проглотить, что вы говорите? Ты тоже запиваешь? Или это просто любовь? Запиваешь тоже? Так давай разбираться, иди ко мне. Давай разбираться, зачем ты запиваешь? Вот скажи мне, вот Денис запивает. Ты видела Дениса? Да, помаши, вот там вот Денис есть. Помаши Денису рукой. Привет, Денис, скажи. Говори, привет, Денис. Так вот, Денис, слушай дальше. Оказывается, вы должны сами, Денис, спросить у себя, зачем вы запиваете? Если еда сухая и невкусная, просто не глотается, то надо что сделать? Попросить маму. Сказать, мама, я не могу такую сухую кашу есть. Давай ее приготовим как-то по-другому. Договорились? Ну, вы же можете и суп запивать, правда, да? Вот, если еда жидкая, если она легко глотается и без воды, то у вас, Денис, просто плохая привычка. С ней надо расставаться. Ну, в конце концов, что вам надо сделать? Это маме вашей передайте. Пришло время кушать. Не торопитесь. Выпейте 2 чашки воды. А через полчаса садитесь кушать. И вам не захочется запивать во время еды. Вы сделали правильные выводы? Ну и спасибо. А у нас есть еще куча вопросов, да? У нас есть куча вопросов.
Дорогой доктор, я бы хотел знать, как эритроциты борются с вирусами, если они таблетки и плоские. Они, у них же нету руки, ног и зубов, чтобы кусаться. Спасибо. Отличный вопрос. Дорогой Фадей, у вас произошла ошибка с получением информации. Эритроциты не занимаются борьбой с инфекциями. Эритроциты никакого отношения не имеют ни к вирусам, ни к бактериям. С вирусами и бактериями борются совсем другие клетки крови. Они называют лейкоциты. А лейкоциты такие имеют всякие лапы, ну вот всякие выросты, реснички. Они могут передвигаться туда, где обнаружены микробы, хватать их и переваривать. Так что вот такая информация. Делайте правильные выводы. Доктор, это правда, что можно заболеть, если намочить холодной водой руки? Ну, совсем-совсем заболеть от холодной воды, если вы намочите руки, трудно. Опять-таки, надо понимать, где вы нашли эту холодную воду. Если вы нашли холодную лужу в мороз на улице, то это реально опасно. Но если вы помыли холодной водой в доме руки, а потом вытерли эти руки хорошо, то ничего в этом страшного нет. В общем, главное, в чем проблема мытья рук холодной водой? В холодной воде, дорогой друг, очень плохо мылится мыло. Понимаете? И поэтому холодной водой очень трудно отмыть грязь с рук. Поэтому если вы моете руки холодной водой, то руки, как правило, остаются грязные. А грязные руки – это повод заболеть какой-нибудь кишечной инфекцией. Вот и делайте правильные выводы. Но если у вас есть выбор вообще не мыть руки или мыть руки только холодной водой, мойте холодной водой – это совсем не вредно. Привет, меня зовут Маша. Я сейчас хочу задать два вопроса и одну просьбу. Вернее, один вопрос. Что лучше влияет на зрение? Телефон, планшет или телевизор? Вот, смотрите, Маша, что вы должны знать. Когда человек ходит по улице, смотрит на лес, смотрит на зверей, смотрит на воду, человек все время моргает. Для чего человек моргает? Глазику хорошо, когда он мокрый. Вот глазик должен быть все время мокрый. Поэтому мы все время вырабатываем слезки и моргаем, чтобы увлажнять глаз. Так вот, оказывается, когда человек смотрит на экран, неважно на какой экран, это смартфон, это планшет, это телевизор, человек моргает намного реже. Намного реже. И это очень вредно для глазика. Поэтому что вы должны понимать? Что из трех перечисленных вами предметов дальше всего от глазика кто находится? Телевизор. Телевизор, правильно. То есть смотрите, когда мы держим в руках планшет или смартфон, то расстояние фиксированное, мы не шевелимся, мы упорно смотрим на экран. Да? И поэтому реально моргание происходит редко. Телевизор, как правило, мы смотрим на расстояние больше, мы продолжаем двигаться, мы даже можем кушать, мы можем разговаривать, можем играться и одним глазом смотреть на телевизор. Таким образом, из всего, что вы перечислили, дорогая Маша, наименее вредное – это что? Телевизор. Но ни одного полезного для здоровья предмета вы мне, дорогая Маша, не назвали. И что, друзья, время нашей программы, к сожалению, истекло. Спасибо, что вы были с нами. Мы встретимся ровно через неделю. Всем доброго. Дорогие друзья, прекрасно иметь дело с адекватными здравомыслящими родителями. Подписывайтесь на наш канал.